Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 3. Из раздела «Что мы знаем о дробях». Три подруги решили написать поздравительные открытки к празднику. Они разделили всю работу поровну. Однако Таня нашла себе трех помощниц, с которыми разделила свою часть работы поровну. Какую часть всей работы выполнила Таня? На три равные части три подруги разделили работу изначально. 1 прибавить 3 будет равно 4. 4 человека – это Таня плюс 3 помощницы. Разделили 1/3 часть поровну. 3 умножить на 4 будет 12. 12-ю часть и будет составлять самая маленькая часть. 1/12 часть всей работы – выполнила сама Таня. Возникли вопросы? Оставьте свои комментарии под видео.